Клево всем, друзья. Конец апреля. Карась уже почти на всех водоемах начал терку. Я приехал на один из степных водоемов Краснодарского края, далеко от Краснодара, Динской район, попробовать на фидер половить карасика. Ловить я буду на фидер. У меня на канале прошла целая серия видео по ловле карася, и тем не менее у людей, у наших рыбаков, огромное количество вопросов, как сейчас ловить карася на фидер. Я выезжаю, ничего не получается, вроде делаю все то же самое. Вот я решил снять именно чисто по фидеру сегодня. Конец апреля. Карась начал терку. Посмотрим, что получится. Надеюсь, вам понравится. Надеюсь, будет отлично. Поехали, друзья. Конец апреля. Вода прогревается. Карась не рестится. Где-то сильнее. В зависимости от района. Где-то уже вовсю не рестится. Где-то только заходит в камыши. Ну, примерно, все равно понятно. Примерно одинаково. Вовсю при этом питается карась, карп, сазан, лещ, линь. У них, у этих рыб нету такого, как у хищников во время нереста не кушают. Они отлично питаются, не останавливаются. Поэтому основная рыбалка должна быть примерно рядом с нерестилищем рыбы. Если вы знаете, вот в этих камышах рыба, и реститься вот прям рядненьком с этим камышем будем ловить. Но меня все спрашивают, а нужен ли грунт? Да, ребята, нужен. Поэтому я насобирал сейчас немного грунта. У меня килограмма полтора, немного. И честно, целая проблема сейчас оказалась его найти. Но были дожди, вот два дня не было дождей, новых котовок не было. И все было прибито, забито дождями. Сильные дожди были. И проблема. Нашел. Мне много и не нужен картов. Грунта. Грунт нам нужен чисто для закорма. Сначала прикормка. Вот у меня пол пачки прикормки 0,8, туда там 400. В нее капельку водички. Буквально чуть-чуть. Прикормки нам тоже сильно много не нужны. Меня скоро производители прикормок проклинать начнут. Как ловля карася на степном водоеме, так много прикормки не нужно. Если посмотреть, всех топовых производителей, что не рекомендуют, 2-3 пачки засыпай и обязательно поймаешь. Ну ничего, мы когда начну показывать рыбалку на Кубани, я отыграюсь по прикормке. А тут действительно, по карасю сейчас много прикормки нам не нужно. Вот. Мы делаем прикормку слегка влажную, чтобы она начала раскрываться, впитывать воду, и у нее начался процесс. Буквально чуть-чуть. Все. Пока пусть стоит. Теперь занимаемся грунтом. Грунт совершенно сухой, поэтому в него добавляем тоже капельку воды, буквально капельку, чтобы он не начал комковаться. С грунтом, с водой, если он сухой, нужно работать очень аккуратно, чуть больше перельем, он сразу начнет комковаться. Все, буквально капельку сделал. Воды более чем достаточно. Он уже влажный. Все, он как губка впитывает воду. Готово. Вот от этой прикормки я возьму всего вот такую одну, две вот можно жмени, полторы жмени прикормки. Все, на весь этот грунт положил полторы жмени прикормки. Остальное отставляем и перемешиваем. Теперь мне это нужно просеять через сито, иначе будет очень неудобно работать даже с закормочными кормушками. Сею, просеваю. Будет большой отход, но мне прикормка нужна только для закорма с грунтом. С
сюда шел пешком. После дождей огромные лужи, все разбито. Поэтому брал все по минимуму. Так, готово. Все. Вот осталась вот такая красота. Вот. Просеянная, красивая прикормка с грунтом. Это еще не все, друзья. Мне нужна вкусняшка в прикормку. Очень нужна. Без нее вот просто никак. У меня есть червь. У меня 2,5 пачки червя. 1,5 я сейчас сразу буду резать. Почему 2,5? Потому что пол пачки у меня осталось от одной из последних рыбалок. Вот я их перекидываю. Грунту не пропадать. И одну новую. Теперь вот эту кучку червя я режу. Порезать желательно помельче. Можно даже 2-2,5 больше смело брать и не стесняться. Ну, я не заезжал в магазин, все, что было с собой с последних рыбалок, поэтому червя будет столько. Хотя смело можно было бы порезать там, и 3 пачки. И было бы отлично. Сейчас, когда рыба активно питается, не рестится, много корма ей не бывает. Единственное, что карасю не нужно никогда, это сыпучая прикормка. Пылящая, сыпучая. Так что здесь каноны фидера немного пострадают. Теперь половину даже этой прикормки, этого червя, что у меня, я кидаю в грунт и с грунтом перемешиваю. Добавляю чуть воды. Прикормочный состав готов. Это земля с небольшим количеством прикормки и с небольшим количеством резаного червя. Это будет прикормочный состав, друзья. Теперь нам нужно состав для самой рыбалки. Вот эту прикормочку высыпаю. Там на самом деле нужно немного. Сюда же выкидываю остального червя. И замешиваю прикормку примерно такого состава, как используется в донках. Мне нужна близкая к пластилину прикормка. Мне нужно, чтобы она практически не выходила из кормушки. Ну вот она близкая к этому, но она еще постоит. Вот она вообще тяжелая, лепится. В ней кусочки червя, прям вкусняшки такая. Но она постоит, подсохнет. И я еще перед самой рыбалкой буду добавлять воды до такой степени, чтобы вот она была близкая к пластилину, чтобы из кормушки она выходила очень-очень туго, очень-очень тяжело. Мне нужно, чтобы практически она оставалась в кормушке. Это чтобы была та вишенка на накрытом торте, которая привлекает рыбу к наживке. Теперь занимаемся фидером и поиском точки ловли, пока прикормка настаивается у нас. Друзья, вот у меня получилось прикормки с грунтом и с червем. Меленькая. Попадаются вот червячки, вкрапления в основном грунт, но видно и вкрапления прикормки. Очень интересный запах, пахнет всем прикормкой, грунтом и червями. И вот это я сейчас буду выкидывать сразу в кормовую точку. Кормить буду вот такой большой закормочной кормушкой. Вот такая закормочная кормушка. Она весит всего 8 грамм, но большого объема. И вот этот весь, всю прикормку я сейчас отправляю в воду. Точка ловли у меня сразу за камышами. 15 оборотов катушки. Практически та же дистанция, если бы я ловил семеркой удочкой. 6-7 метров удочка. Вот на этой же дистанции я сейчас буду ловить и на фидер. Сильно не забиваю, чтобы быстрее выходило и не так перегруз для удилища был. Первая пошла.
Да, сейчас надо потратить время, но все это мне нужно выкинуть. Тяжело для удилища, плавный заброс. Дистанция небольшая, поэтому все отлично. Птицы поют вовсю, классно. Просто вот ожило наконец-то. Вот езжу каждую неделю на рыбалке в течение уже 2 месяцев. И вот лягушки, птицы вот максимально только сейчас начали петь. Хотя уже последние числа апреля. Вот видно червячки, прикормка, зерновые там. Вот такая красотища. Нам будет там собирать, привлекать и удерживать на месте карася. Ну что, осталась последняя кормушка, 19-я. 19-я кормушечка. И все. Последняя, 19-я по счету. Это немного. Если брать примерно шарами, как приловлено поплавок, это 4-5 шаров всего. Последняя кормушка заброшена. Все. Теперь я вымотаю. И можно минут 15-20 чайку попить, отдохнуть, перекурить. Готовимся к рыбалке, пока там все успокаивается, прикормка начинает работать и рыбка собирается. Друзья, теперь я прихожу от вот такой закормочной, вот такой вот огромной кормушки, к вот такой маленькой 20-граммовой писюшке. Вот, чтобы вы видели разницу. Прикормка у меня готовая. Получилась очень-очень тяжелая, очень-очень липкая, очень тяжелая, очень липкая, с червячком. Попадаются вот такие вот махонькие кусочки червячка, вот то, что сейчас мне и нужно. Вешаем крючок. Карась – донная рыба, ребят, вы это все прекрасно знаете. У карася есть свойство, он без проблем клюет прям с кормушки. Он прям с кормушки отщипывает корм. Поэтому длинные поводки на карася практически противопоказаны. На донке ловят короткими, 10-15 сантиметров. И я на фидер буду ловить короткими поводками. Сейчас вообще ставлю 15 сантиметров. Так, ну начну с 12 на 01. 12 крючок на 01 поводке, а там дальше буду посмотреть. Завожу поводок просто петля в петлю, никакой сложности нету. Сама длина поводка, не забывайте про косичку. То есть у меня 15 сантиметров поводок. И 10 сантиметров косичка. То есть уже выходит общая длина 25. Люди очень часто это не учитывают в рыбалках, в фидере. Делают 50 сантиметров поводок и 20 сантиметров косичку. В итоге у них получается километр длины. Начну с опарыша. Но по последней рыбалке скажу, что возможно придется переходить на червя. Все, забиваю плотно. Мне не нужно, чтобы прикормка выходила. Все. Плотно забил. Вот видно. Вот, вот червячок. Там еще будут червячки. И делаем, ребятки, первый заброс. Никаких долгих ожиданий делать не буду. Буду ловить примерно
в районе минуты полторы и перезаброс. На дне много всякого хлама, листья камыша, корни камыша. И мне нужно, чтобы насадка никуда не заваливалась, чтобы она была все время рядом с кормом, никуда не проваливалась. Оп, вот уже была поклевка. Тут очень много подлещика, очень много густеры, плотвы. И первая на точку всегда приходят они. Полностью развернулся ветер. Как только приехал, ветер был справа налево, сейчас слева направо. Оп, что-то есть небольшое. Кто это там такой бойкий? А это как, кто у нас? Карасик. Вот, ребята, прошло 15 минут после закорма. И первый разведчик, маленький карасик, уже пришел. Что у нас с прикормкой в кормушке? А с прикормкой в кормушке практически то, что мне и надо. Практически вышло мало. Забиваю плотно. И, ребята, при ловле следим внимательно за квивертипом. Очень внимательно. Если мы видим, что на точке рыба, она цепляет кормушку, кушает с нее, но при этом не берет насадку, значит, надо играться с насадкой. Попробовать менять крючки, поводки, длину, толщину. Ну, скорее всего, у нас и так короткие, поэтому толщины, толщину, вес крючка, размер крючка, насадка, объем насадки, вид насадки, дипы. Дипы по карасю порой работают просто шикарно. Поэтому за кивертипом следим очень внимательно. Никаких задираний, кивертип должен быть на уровне глаз. Кивертип должен максимально мягкий, максимально чувствительный. И мы должны, и нельзя его сильно взводить. Он должен был слегка натянут. На данный момент я ловлю удилищем до 30 грамм. Кивертип у меня стоит 0,75. Очень тоненький, 2,2 посадка. Сам кивертип очень тоненький, очень чувствительный. И по нему я вижу малейшее прикосновение к леске, к кормушке, к насадке. На лету садила, только положил на стойку. Кто это там? Такой борзый. Карасик. Небольшой, но очень борзый, друзья. Уже на карасика похож. Ой, красавец. Чуть-чуть покрупнее, но уже отличный. Вот такой красивый. Вот такой. Иди, мой хорошенький, иди, мой красивенький. Вот такой красавец. Как он клюнул, бах-бах. Отдай удилить. Иди. Вызи. Вот такой хороший. Какой боец! Офигительный! Ой, какой красивый! А, шикарный! Вот такой, ребята! Вот такой красавец! Красивич! Thank you.
Ну что, друзья, пол первого дня, надо ехать домой, дела, работы, другие. Поймал пол ведра карася, больше 50 штук, отличный карась, рыбалка, ну очень трудовая. Поставил карася на точку, быстро он зашел в огромном количестве. Шаталки вертип зверски, самая была проблема заставить его клюнуть. Подобрал ключик. Самое интересное, сегодня совершенно не работали дипы. Вот совершенно, полный ноль, полный игнор по дипам. Работал лучше всего червь, похуже опарыш. Самое главное было, максимально легкий крючок. Максимально. Возможно, карась плавал на точке. Он на кормушке подходил, из кормушки выщипывал корм и гонял насадку. И вот на легком крючке насадка начинала передвигаться, и это его соблазняло на поклевку. Возможно, именно это. По карасю очень часто работает максимально легкий крючок. И тут надо сочетание. Крючок должен быть не маленький, 12-10, но при этом легкий. И вот сегодня именно так и было. Максимально тонкая проволочка, максимально легкий крючок на 0,12 или 0,1 поводке. Так что ключик подобран, легкий крючок сработал, червячок, легкий крючок, и рыба поклевывала. Поклевки были очень часто очень агрессивные. Все это именно жесткие, мощные поклевки. И рыба ловилась с трудом, тяжело, но ловилась. Так что, друзья, рыбка поймана, все получилось. До новых встреч.